А мы еще интересовались, как же они будут оправдывать оставление Крыма, там, Донбасса. Ну, да. Все очень четко, да, они объясняют, что... Не, как это надо, не сработает. По лекалу. Вот. И здесь назревает очень интересный союз. Первое. Саботирующие генералы и озверевшие солдаты, не желающие умирать. И второе. Вот эта шизанутая ура-патриотическая публика, многие из которых воюют с 2014 года, кто живой остался, которая начинает испытывать ничем не прикрытую, и выражать, не просто испытывать, выражать ничем не прикрытую ненависть к Путину, Шойгу, всем этим товарищам, генералитету, политикам и так далее. Если посмотреть, что они пишут в своих чатах, то видно, что этим людям уже как бы, они уже все, мы мысленно себя похоронили, они лишь бы до горла дотянутся, те, кто их завел и предал дело всей их жизни. Потому что они же искренне верили в это все. И в компании, и в операцию, и в русскую весну, и так далее, и так далее. И вот оказался наш отец не отцом, а сука. Поэтому если Путина кто-то и придушит, или положит пистолет за одним патроном, хотя это много чести для него, вешать надо на веревке, то, или душить, то это будет как раз союз генералов с ура-патриотами. Если они между собой смогут договориться. Возможно, да, стихийно. Сейчас что, идея грубо говоря, вкинута Путина... о предательстве. Она уже вкинута. Конечно. О предательстве. Да, это параллельно саботажу. Проще говоря, как бы Путина повесит Гиркин, условный Гиркин. Да? Не прямо Гиркин, но вот там представили некий коллективный ура-патриот, потому что, ну как это, невозможно простить. Это то, что с предателем. Там же прямо пишут, что Шойгу, Путин — это сволочи, которые предали всех, кто воевал с 2014 года, там, всю саму идею Великой России и так далее. Это пишут люди там. Такие знаковые сепары, знаковые борцы с 2014 года, как бы ополченцы, всякое такое, и так далее. Пишут, не стесняясь, массово, там дальний поток. То есть виновен уже назначен. Самое главное, виновный уже назначен. Это Путин. Путин Шойгу. Да, как бы, да. И Герасимов. Вот они все. И ты посмотри, как быстро это произошло. 4 дня назад они еще вопили про то, что мы с царем объединяемся, а Россия вперед. И вот сейчас уже все, есть порядок, кто виноват, как бы, да, и так далее. Русская история российская не прощает царям проигранной войны. Тем более позорно проигранной войны. Тут только политической фигуре конец. Более того, на него повесят вообще все. И все постараются на него все повесить. Справедливо, между прочим, потому что он того все был виноват. Это же он все это затеял. Он идейный вдохновитель. Он организатор, он деньги давал. Людей растил, расставлял там и так далее на должности, которые оставили русскую армию без штанов на момент вторжения, там, с ботинками хреновыми.